Всем привет! Кто еще меня не знает, меня зовут Виктор. Я занимаюсь птицами уже больше 15 лет. И сегодня я хочу вам показать, как мы будем делать очень простые кормушки, с которыми справится даже первоклассник. Кормушки будут выглядеть вот так, в виде сердечек. Они делаются очень просто. Сейчас я вам покажу. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы по поводу птиц, пишите их в комментариях, я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Для приготовления таких кормушек нам понадобится желатин, простая вода, корм для птиц, у меня для попугаев, и формочки у меня в виде сердечек. Берем желатин, разбавляем его по рецепту, который указан на каждой упаковке, и делаем желатина в два раза больше. У меня вышла пачка желатина на 200 мл воды. И я использовал примерно 100 мл для вот таких вот трех формочек. После того, как я заполнил формы, я оставил их в холодильнике до следующего дня. Формы застыли и получились вот такие прекрасные сердечки. Теперь их можно повешать на ветку и порадовать птичек. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видео.